Не нашла? Нет. Не может найти шорты. Всем привет, ребят. Доброе утро. Бардак такой у нас тут с утра. Мы быстренько собираемся. Привет, Ксюнь. Доброе утро. Ты влог снимаешь? Да, я влог снимаю, представляешь? Как я и обещала, снимаем сегодня влог. Точнее, будем снимать два дня. Сегодня и завтра. Сколько мы не снимали? Больше месяца, наверное, мы не снимали. Даже, наверное, уже отвыкла. Не знаю, что говорить, как снимать. И сегодня мы едем в Германию. В парк аттракционов. Детям мы обещали. Мы вообще-то еще должны были поехать на прошлой неделе. В четверг или в пятницу мы собирались. У нас не получилось. Папе нашему нужно было лечить зубы, поэтому поездка наша отложилась. Сегодня понедельник, 1 августа. Мы едем в парк аттракционов. У нас осталась последняя неделя каникул. Мы еще никуда особо не ездили, поэтому решили вот детям устроить такой праздник. Давай-давай, иди, ищи. Оделась она, надела утром штанишки. Нет, они большие тебе. Штанишки свои любимые. Села завтракать, кушать пудинг, и все у нее на штаны упало. А другая большая. Вот, так что мы сейчас собираемся. Время 6 часов утра. Мы хотим выехать пораньше, открывается парк в 9 часов. Нам ехать примерно 2 часа, плюс-минус там. И давай быстрее, Каролин. И поэтому мы почти собрались. Почти готовы. Уже вот сейчас сидят дети, завтракают. Нет, иди к себе туда в стирку закидывайся. Билеты мы купили на 2 дня, понедельник, вторник. Будем приезжать на ночевку, получается. До вечера там побудем, приедем домой поспим и завтра опять поедем. Вот, так что ладно. Будем собираться. Сегодня вам поснимаем что-нибудь интересное. Кстати, в этом парке мы уже были последний раз, наверное, лет 5 назад. Каролина была очень маленькая, ничего не помнит, скорее всего. И мы еще ездили с бабушкой. Все грязное, Каролина, видишь? Ездила с нами еще бабушка, но в этот раз она поехать не сможет, потому что уже как бы все, она физически не сможет. Даже не проходить там ни 5, ни 10 минут, устанет, и ни на какой аттракцион-то она тоже не залезет. Поэтому бабуля наша остается дома в этот раз. Едем мы только с детками. Парк очень большой, и мы его даже за один день не пройдем, поэтому мы взяли 2 дня. Сегодня и завтра, чтобы успеть на всех аттракционах прокатнуться. Посмотрим, если еще... Да, можешь надеть джинсы. Джинсы надевай. Я тоже в джинсах. Вот, надеюсь, не очень много будет народу, хотя там у них лимит до 30 тысяч человек в день, не больше, поэтому посмотрим. Привет. Давно не виделись. Ты чего смеешься? Ты это слышала? Что? Все зарядилось? Да. Замечательно. Я сегодня буду снимать на телефон. Начинаю снимать на камеру, но камеру я с собой не буду в парк брать, потому что это очень неудобно. Там на аттракционы, чтобы зайти, я надеюсь, телефон получится взять, чтобы поснимать что-нибудь. А Филипп там у кого-то доедает. Ну вот. Каролина, Филипп доел твой пудинг. Поздравляю. Дина, Бонечка наша. Боня, привет, скажи. Все, готовы? Так, бабушке поводок оставить, чтобы она видела, где поводок для Боньки. Вот он. Так, вот он. Бони, все, мы поехали. Тебя бабуля будет выгуливать, хорошо? Слушайся бабушку. Все, давайте обуваться. Я не пойду. Обувайся. Так, вот здесь вот я и оставлю, чтобы она это... Ну-ка, иди пока, бабуля. Пока? Конечно, бабуле надо сказать пока. Пойдем, бабуле скажем. Пока. Смотри-ка, у меня садится, оказывается, в камере. Ксюнчик спит. Спать не хотите? Нет. Нам уже часа полтора ехать. Дорога пустая, никого нет. Батарейка у меня садится на камере. Сегодня, кстати, праздник 1 августа, день Швейцарии. И мы будем отмечать там, в Германии. День Швейцарии отмечаем в Германии. Время 7:46. В 9 открывается парк. Ну, как раз мы будем где-то в 9:20, в 9:30. Так, ну что, мы приехали наконец-то. Европа парк. Макс, Каролина, маленькие такие были, когда мы ездили. Последний раз мы ездили какой год? 2016. Вот
2016 году мы ездили последний раз. Машин много сегодня. В этот раз девчонкам поинтереснее, потому что они могут на всех аттракционах кататься. Но все равно никуда не пойдут. Ксюша не хочет на американские горки. Я хочу. Да, а тебе нельзя. А вот не на все тебе можно. Эй, детвора! Все, пришли. Мы поехали в понедельник, думали, меньше народу, ага. Не только мы такие умные, я так думаю. Это Ирландия, что ли, да? Ирландия? Это новая страна. Когда мы здесь были, этого места не было. Лодочки. И вон еще одна какая-то лодочка. А, она просто раскачивается. Куда пойдем? Туда. Туда? Тебе нравится? О, прикольно. Я тоже хочу такой. Пойдемте туда. Идем? Да, да. Идем сюда. Так, ну-ка, рост. Ты не можешь? Да шучу, смотри, 90 сантиметров. Она же расстроилась. Можно, можно, можно. Пойдем, пойдем, пойдем. Как раз очередь небольшая. Воспользуемся моментом. Все, поехали. Так, Каролине не понравилось, потому что ей было не страшно. А, туда? Идемте туда. Мы на Артура идем. На нашего любимого. А вот сейчас ты увидишь, тебе точно понравится. Макс, тебе понравилось? Да. А мне? Каролине нужно больше экшен, да? Сейчас тебе будет экшен. Жарко, да? Так, идемте на Артура. Это что? Это такой аттракцион классный. Все, мы нашли Артура. И нужно ждать где-то минут 30, очередь большая. Подождем? Да. Алина с Маргаритой пошли вот на вот эти цветочки, на маки. Ксюша не хочет. Тут так темно. Тут очередь небольшая. Ой, Каролина с Маргаритой. А, вот они где. Две сидят. Мы пришли на машинке с Максом и с Каролином. Так, Каролина с папой, а я с Максом. Какой едем? На красный? На красный. Нет, зеленый. Нет. А, мы на коричневое поедем. У Каролины зеленая, у нас коричневая. Садись. Так, все, поехали. Я тут педаль жму, а Макс рулит. Мы идем в Россию, вот сюда. Нет, нельзя, я думаю, вам. А тогда я туда подпишу. В прошлый раз Маргарите с Ксюшей запретили. Сначала я с кем-то, потом папа. И с Каролиной, с Максой кто-то должен остаться. Это ракета. Сюда можно, по-моему, тоже в ракету зайти и посмотреть внутри. А мы вот сюда пойдем. Там 1.30 нужно. Проходишь. Ой, прости. Макси, ты? Не пойдешь? Устали уже? Че такие грустные? Все, мы тут. А? Страшно? Не бойся.
машиночкой. Сейчас. Пойдемте. Каролина, тебе понравилось? Да. На российской горке? Да. На русской горке. Понравилось? Да. Нет. Но она ударила лицо где-то. Мама. Она вот здесь вот ударилась. Я не знаю, во что она ударилась. Мама. А потом только синячок. И Ксюша у нас тоже раненая вышла, вот здесь вот ударилась. Мама. Не, опасная. Мы не пойдем больше туда. Привет ему, помаши. Ручкой помаши ему? Нет. Почему? А здесь арка с водичкой. Можно немножко освежиться. Распыляет воду. Так, мы сейчас хотим пойти на эти лодочки. Мы на них ни разу не катались. Пойдем, тут не страшно. Смотри сейчас, как они поедут. Круто. Мы на лошадке сейчас поедем. На Пегасусе. Девочки, поехали. Макс со мной, Каролина с папой. Помаши ручкой. Мама, убирай. Мы опять в очереди стоим на лодочку. Сколько народу. Мы почти дошли. Еще чуть-чуть, и мы придем. Уже все устали. Почти час в очереди простоять. Папа впереди поплыл. Так, еще один подъем и спуск. Готова? Не жри! А не наспи. Нас уже там ждут. А я уже... Мама, все, поехали. Поехали, Маргарита. Я боюсь. Нет. Нет. Я не знала, что там такой спуск сильный. Я тоже не знала. Ужас. Нужно посмотреть на мой лицо. Сейчас фотку найдем, посмотрим. Я вся мокрая. Мы решили немножко охладиться. Холодный кофе. Холодный кофе. У нее арбуз, что ли, там? Тоже холодный арбузик? Жарко так ужасно прям. Куда идем? Не знаешь? Ну, хоть облака. Облачно. Солнышко спряталось. Так вообще жарко. А что там у вас? Дай попробую. Это что такое? Фруктовый слаши. На, поставь. А тут вот такой вот экспресс проходит по всему парку. Просто вокруг парка посмотреть. Ты намокла, что ли? Мы по пути тут наткнулись на чашечки.
Каролина захотела покрутиться в них. Нужно подождать. Вы в прошлый раз катались с папой, да? Ой. Почему они все одинаковые? Нет, есть какие-то, А вон папа там сидит. Мыши, которые не шевелятся, а эти шевелятся. Нет, тут ничего ты не выпадешь, не бойся. Я не буду крутить. Ксюше тоже не нравится, когда крутится, да? Смотри, как они там крутятся. Мы идем на вот эти лодочки. Все, мы уже сели. Плывем. Сели на нашу лодочку. Так, только не встаем, держимся, хорошо? Вставать нельзя. Круто! Не бойся, не бойся. Ой, куда это мы попали? Вау, красиво. Вот тут сейчас будет... Опа, не встаем, держимся, держимся. Держимся. Не бойся, не бойся, это не страшно. Мы просто плывем по течению. Вот все. Макс, ты что расстроился? Ничего страшного. Смотри, Каролина вся мокрая. Я тоже, посмотрите на меня. Так, мы ищем другой аттракцион. Да, вот сюда надо идти. Мы немножко промокли. Все причем. Кроме Макса. По-моему, Макс особо не промок. Мы сейчас поедем на вот этом поезде. С очками. Будем мультик смотреть и ехать. Осторожно туда, Каролина. Сейчас он здесь проедет. Можно с очками, можно без очков. Но с очками прикольно там. Мультик заодно смотреть. Да. Ксюша осталась с Максом, они не захотели. Да, два круга. Плывем на лодочке. Нормально? Боишься, что ли? Не бойся. Я не упаду? А нет, не упадешь. А это быстро? Она вцепилась в меня. Макс нас ждет. Позвони, мама. Я умылась. Нормально? В этом конце нам нужно пройти в другой конец вообще. Что-то дождь пошел. Идем домой. У тебя плечи загорели. Сильно. Чуть-чуть. Подрумянились. А у Ксюшки лицо загорело. Еще немножечко намочить нас и все. Мы на аттракционе недостаточно намокли. Нас решил дождик еще намочить. С грозой.
насквозь мокрые. Ужас. У меня хорошо? Хотя бы майка. А у тебя? Футболка? Мне просто сама платила мокрая. Хорошо, хоть под конец дня поливать начала. Все мокрые. Мы нашу машинку потеряли. Теперь ищем среди вот этого всего. Мы думали, что вот это наше, но нет. Номер французский. Нужно искать белую машинку. Папа нажимает на ключики. Ну, именно нашей марки. Все мало того, что устали, еще нужно ходить машину искать. Замечательно. У нас лайфхак от папы. Если не знаешь, где твоя машина, спроси у Сири. Так, все, загружаемся. Грузимся. Села, везде села батарейка, в телефоне села, в камере села. В общем, мы приехали в Макдональдс, перекусим и поедем домой, потому что мы сегодня практически ничего не ели. Купили только немножко арбузик, выпили там слаши со льдом и все. Поэтому мы будем кушать. Все голодные и поедем домой. Ехать там 2 часа. Сейчас 7, 8, 9, где-то часов 10 мы будем, и нам остается спать, лечь и опять рано утром вставать. В общем, и завтра опять нам рано утром вставать. Так, все, приятного всем аппетита. Мы решили поесть в машине, потому что там, знаешь, как это, там все места заняты. Там такая очередь. В общем, у нас здесь наш обед и ужин. Все сразу. Все. Солнышко выходит, дождик опять прошелся.